10 тысяч единиц огнестрельного оружия и 1,5 сотни бензопил. Такой устрашающий арсенал обнаружили американские полицейские в доме 51-летнего жителя Южной Каролины. Как говорит шериф, жилище Брента Николсона буквально нашпиговано тайниками. И чтобы осмотреть их все, понадобится еще несколько дней. Больше всего у собирателей охотничьих винтовок, дробовиков и пистолетов. Причем, как полагают следователи, значительная часть этого арсенала была когда-то похищена. Есть еще подозрение, что Николсон страдает синдромом патологического накопительства, который еще называют синдромом Плюшкина.